Кипервак, майстраны на вступ. Этих соревнований этого чемпионата Европы. Хавьер Фернандес до позавчерашнего дня его лучший результат. Нет, все-таки до вчерашнего дня, в субботу был финал у мужчин. Его лучший результат на чемпионатах Европы был 6-й, но он проводит очень хороший сезон. В начале сезона он в Канаде на Гран-при Канады сенсационно выиграл у чемпиона мира Патрика Чана. А здесь на чемпионате Европы сотворил просто нечто невероятное. В произвольной программе выполнил 3 четверных прыжка, причем один из них в каскаде. Четверной салько в тройной тулуп. Все эти 3 элемента были выполнены очень здорово. Хавьер Фернандес, Испания. Первая золотая медаль.